И снова с вами энергичный будильник. Я желаю вам прекрасного времени суток. Сегодня поговорим о таком способе наполнения энергии, как умывание, охлаждение или просто нахождение под водой. Да? Все взаимодействие с водой на самом деле очень много энергии дает, потому что мы там на сколько-то процентов состоим из воды, по-моему, на 80, но не буду врать. Поэтому вода — это такая наша действительно приятная нам стихия, и она действительно бодрит. Поэтому есть возможность — идите в душ хотя бы там на 5 минут, нет возможности — умывайте лицо, вот эту вот часть, да, шею, локти водой холодной, и опять же через какое-то время вы наверняка почувствуете, что силы прибыли. Опять же, всегда эти способы, они кому-то очень хорошо работают, кому-то меньше, поэтому отмечайте, что работает именно для вас, и используйте именно те способы, которые вас приводят в бодрое, счастливое, хорошее настроение.